Всего несколько дней отделяют нас от одного из самых главных и самых важных для нашей страны праздников – Дня Победы. В преддверии 9 мая по доброй традиции глава администрации района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев посетили и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с этим дорогим каждому сердцу праздником. Так тяжело осознавать, что с каждым годом их становится все меньше. На сегодняшний день в Кашхабском районе проживают два ветерана. Это Василий Яковлевич Троян, житель Натырбовского сельского поселения, Владимир Никитович Радченко, уроженец села Вольное, и узница фашистских концлагерей Ксения Ивановна Иващенко, майское сельское поселение. Каждому ветерану представители власти выразили слова признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией. Пожелали крепкого здоровья, долголетия и вручили подарки. Поздравительное письмо от главы Республики Адыгея, ценный подарок от главы Кашхабского района, цветы и подарки от партии «Единая Россия». С праздником! Днем Победы! Здоровья, благополучия, счастья! Это подарок от нас, от администрации Кашхабский район. Это поздравление от главы республики Мурата Армиевича Кумпилова. Спасибо. Василий Яковлевич, добрый день. От души с предстоящим праздником Победы. В процессе общения глава района внимательно выслушал существующие на сегодняшний день пожелания. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили руководство республики и района за постоянно оказываемое внимание.